Итак, здорово всем, чуваки, с вами Бодрянин. Сегодня мы будем проходить Сомму. Вот. Не знаю, короче, я скачал русификатор на эту игру, блять. Смотрим, будет ли русская там. Ну, игра, режим игры обычный, безопасный. Ну, два, короче. Чудовища могут напугать, но не убить. Кратце нужно... Не нужно, вашей жизни ничто не угрожает. Чудовища могут вас убить, прячься от них, чтобы выжить. Так я и раздумал с самого начала. Ну, конечно, вот это я буду брать. Чудовище, пацаны, чудовище здесь будут. Я посмотрим, будет русская озвучка, нет? Если не будет, буду искать, я ебал. Тут есть, кстати, русская озвучка, ее надо просто найти где-то. Я скачал уже. А реальность — это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Филипп Дик. Саймон, все хорошо? О, хорошо, русская озвучка, заебись. А, нет, ничего страшного. Просто из мозга все время кровь идет после аварии. Вот, возьми. Нет, это на потом для сканирования. Она зеленая. Эшли, мне нужно кое-что тебе сказать. Саймон, пожалуйста, не переживай. Нет, нет, я совсем про другое. Почему сейчас? Кто такой Дэвид Мунши? Почему мне никогда не хватает времени? На что? Боже. Так, а что у нас по звуку, кстати? А, все нормально, я выставлял тут. Да, я встал. Здравствуйте, Саймон Джаред? Да, это я. Меня зовут Дэвид Мунши, мы договаривались... Сканирование? Да, помню. Все хорошо? Да, да, сон плохой приснился. Сегодняшняя встреча в силе? Да, я поэтому и звоню. Хотел вам напомнить, чтобы вы выпили маркер. Так снимки получатся гораздо лучше. Не волнуйтесь, он где-то рядом. Отлично. Тогда до встречи через пару часов. Хорошо, до встречи. Ну... Короче, чтобы двигаться, используйте клавиши перемещения. Спасибо. Прежде чем отправиться к доктору Мунши, надо выпить маркер. Бля, чувствительность хуеватая, надо побольше сделать. Игра. А где чувствительность, кстати? Чувствительность, настройка мыши. Оп. Вот так-то лучше. Сплошной фастфуд. Надо что-то получше купить на обратной дороге. Да. Кидать мунаса, ебать, понял. Что надо найти-то? Как, задание можно смотреть тут? Ну же, радиоактивный маркер. Где же ты? Ты черт его знает. От кого? Дэвид Мунши. Тема. Сеанс на нейрография. Дата 30 апреля 2015 года. Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории PACE в Торонто. Но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу. И свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш Дэвид Мунши. От кого? Уважаемый мистер Джаред, я рада слышать, что головная боль мучает вас реже. Последние анализы показывают, что ваш мозг постепенно восстанавливается, но по-прежнему трудно сказать наверняка, когда он справится с травмой полностью. Кровотечения будут продолжаться как минимум несколько ближайших месяцев, и вам нужно будет периодически являться в больницу на осушение полостей, чтобы не создавать избыточное внутричерепное давление, поскольку продолжительный стресс может привести к смерти. Я выписала вам паразозин, чтобы проще было справиться с кошмарами. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению и следуйте ей. Постарайтесь как можно больше отдыхать. До встречи на следующей неделе. Привет, Джесси. Поскольку ты, наверное, уже забыл, я забыл, напоминаю, что отправить. Завтра я иду к доктору Т.Е. Неважно, я же уже ему говорил. Меня на работе не будет. Это значит, что тебе надо будет прибыть пораньше, чтобы открыть магазин. И распакуй, пожалуйста, те коробки за прилавком, хватит от них спотыкаться. Вообще, знаешь, книги продаются гораздо лучше, если их поставить на полки, где люди их видят. Удачи, она тебе понравится, Саймон. Давай. Да. Надеюсь, не поздно. А, тут еще, ну, в принципе, все. Блин.
Блять, как выйти отсюда? Блять, блин. А вот, на ПКМ. Блять, неудобно. А можно, блять, на Е поставить, чтобы открывать все? Привязка клавиш. Взаимодействовать. Во. А нахуй мне наклоняться-то? Похуй. Отмени взаимодействие. А отмену как? На какую? На ПКМ пусть будет. Так, Q у нас, значит, это Q у нас направо наклоняться. Не, налево тогда. Не, и влево, вправо. Ладно, похуй, блять. А ПКМ чем занят теперь? Бросить. ЛКМ. Не, тогда сюда лучше ЛКМ, а сюда ПКМ. И все. Да. Во. Я ебал. Это как в Outlast, типа, на ЛКМ нажимать надо постоянно. Ну, нахуй. Ой, ну да. Неудобно очень мне. Все это можно выкинуть, блядь. Ха. Подожди. А что на нее взаимодействует? Не она. Тоже не она. Тоже не оно. Блять, вот игра, блядь, чудная будет. Ну так берешь, хоп, хоп. Ну, неудобно, правда. А и чё? Скорее отправляйся с любовью, мама. Блять, а чё надо найти-то, блядь? Может, это флешка, нахуй? Да нет. Ха. Блядь, какой-то гель надо найти, да? А тут не может его быть. Может тут? На крючке Робин МакКоннелл. Марк и Диана Миллеры наконец-то нашли время на отдых. Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семье выехать на Гавайи в отпуск, о котором так долго мечтали. Но когда первый день отпуска подошел к вечеру, и над Вайкики стало заходить солнце, рай Марка и Дианы превращается в настоящий ад. Их опутывают тысячи тонких струн, высших из глубин океана. Кричащих от ужасов пловцов медленно затягивает в темную бездну. А вместе с ними в плен жутких щупалец попадает и их 7-летний сын Чарли. Роман на крючке полон мистики и жутких тайн. Оторваться от этой книги просто невозможно. А может, и фильм такой есть? На крючке. А, черт узнает. Сука. Сука, что она, блять? Вот где эта херня может быть, а? Ребят. Это не то. Какие-то фильтры, блять, че.
Мир кино, главный журнал в кинематографе, летний блокбастер, японская анимация, пик славы, руки против компьютерной графики, что такое бутылочное кино? Ответ на удар 2, безупречное исполнение, на экраны с 13 декабря. Да ёптать, закрой ты его нахуй. Вот она. А, вот. Блять, откройся. А еще. А, молодая женщина погибла в этой катастрофе в центре города Пятница, 10 апреля 2015 года. Это Торонто. Вчера на перекрестке Блур-стрит и Спадина-роуд водитель внедорожника проехала на красный свет и врезалась в другую машину. Как выяснилось позже, ее отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отделались с ушибами, во второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира, 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнулась кровью и в легких еще до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибший, 26-летний Саймон Джаред, выжил, но получил сильные увечья и предположительно необратимые повреждения мозга. Водитель внедорожника, чье имя не раскрывается полиция, уверяет, что случившийся несчастный случай и избежать аварии было нельзя. Ну и чё? То же самое. А, блять, отдай эту хуйню-то. Чем-то похоже на молоко, но на вкус как монету лизать. Ага, ну лизни, ахули, тес. Первое, что ли? Бля, все можно отодвигать. О, блядь, игра, да? Сома. Все, можно теперь, наверное, уходить отсюда, да, я? Тут больше ничего и не вижу. Похавать не хочешь? Возьми эту хуйню. Хочешь? Нет? Тогда кинь ее нахуй туда. Пойдем, пох. Звонят, как это ставишь. Джесси. Привет, Саймон. Письмо получил. Удачи тебе. Все нормально, не беспокойся. Спасибо. Я, может, еще зайду после сканирования. Зачем? Не надо. Мне Мэтт и Крис помогают. Мэтт из СНЭ? А, ты еще не знаешь? Он переходит на полный день в отдел комиксов. Это место Эшли. Да. Ну, понимаешь. Да, все нормально. Не оставлять же теперь отдел без продавца, она все равно не вернется. Что ж, удачи. Надеюсь, там как-то придумают, что делать с твоим, ну, умиранием. Умиранием? Капец, ты подбодрил. Ну что тут сказать? Давай, Джесси, до встречи. Не сожги там все без меня. Все, давай, друг. Какой профессиональный перевод, да? Я взломал систему. Взломал ее. Ну, а ничего, я долго ехал, а все. Сегодня, может, серии 4 снимем, но... О! Эй! Фонарик. Доктор Мунши? О, свет! А где все? Нормально. Тут будет много людей. Ну, что-то я никого тут не наблюдаю, блин. От кого? Дэвид Мунши. Пол, ты где? У нас есть несколько часов, Саймон Джаред у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты же здесь? Срочно позвони мне. Привет, Пол. Я поговорил с Ритом насчет того, чтобы воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро в пятницу. Не так много, конечно, но еще нам разрешили использовать бот-офис пустую стойку администратора. Так мы можем
запускать модели на их компьютерах, а если вдруг у них в расписании появится окно, сможем тут же получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать завтра кое-какие тесты, например, отсканировать друг друга, чтобы обработать оборудование. По идее, это не так сложно. А в пятницу, я надеюсь, доктор Эрин Пик уже пришлет кого-нибудь, у нее есть пациент, недавно попавший в аварию, это интересно. Дэвид Мунш, в лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану и даже поговорил с профессором Вэем, чтобы он вступился на наш проект. И меня наконец соединили с какой-то шишкой из юридического отдела Ритм, которая смогла заново дать нам допуск в лабораторию. Мне запрещено указывать код в почте и смс, так что я отправлю где-нибудь записку. Ставлю с ним на тот случай, если мы забудем пол. Я же туда пришел, да? Ну да. Позвоню-ка я Мунш. Отлично, и телефон выключил. И что делать? Я разберусь. И что делать? Может, тут что? Нету? А можно по ящикам лазить нормально. Это книжки простые. Это что такое? Ебать, сколько писанины. Пробы и ошибки. Уберите скальпель. Мозг может вылечиться сам. Мозг обладает потрясающей способностью и трансформацией, и пластичностью, позволяющей ему компенсировать последствия травмы и даже залечивать их. Объясняет Пол Берг, аспирант нейробиолог Йоркского университета в Торонто. Именно это качество мозга и надеется использовать Берг и его коллега Дэвид Мунш, изучающий кибернетику. Главное — заставить мозг делать то, что нужно. Мы надеемся добиться это простыми методами, тренировками, терапией, курсом приема слабых лекарств. Но Мунш и Берг не пытаются найти панацею, и главная цель — найти оптимальный подход к каждому пациенту. Лечение они и начинают с обследования больного и составления так называемого и нейрограммы Накадзимы. Это как картина, которой указано направление, объясняет Мунш. В отличие от статической томограммы, нейрограмма может показать направление развития мозга. Пробки, ошибки. Речь, конечно, идет не о долгосрочном прогнозе, а о нескольких ближайших миллисекундах, но создав правильную компьютерную модель, Берг и Мунш могут испробовать на ней разные виды лечения, не рискуя нанести вред мозгу. Мы можем сымитировать передозировку блюд, лечащих во время марафона, говорит Берг. Это просто компьютерная модель. Мы можем позволить себе сотню неудач и лечений. На 100 первый способ будет верным. И это оптимальное решение, найденное при работе над симуляцией. Может, будет использовано в лечении настоящего пациента. Их проект пока что находится на ранней стадии, но он уже привлек к себе внимание лаборатории PACE, руководство которой пообещало выделить на исследование оборудование и рабочее место. Получить такую поддержку — большая удача, говорит Берг. Теперь нам остается лишь перейти от разговоров к настоящей работе. Понятно. Это сейчас. Не читается. Это не взаимодействует, да? Тоже. Компьютер мне не надо. Блять, а что ж делать-то? Ну все. Ты можешь ее взять, брат? Нет, не можешь. Ха-ха. А ну ты, блядь. Не, ну может сюда. Надо код найти. Вот, сука. А где-то должен быть код, блядь. Нету кода тут. Тут кода нету. Значит, код, наверное, находится вот здесь, в блокноте. Нет? Лучший момент. Блять.
А и чё? Сука. Блять, а где же кот? Сука. Давай тут глянем. Во, может эту хуйню надо вставить? Флешка. Тут нет кода, блядь. В этих книжках тоже кода нет. Значит, блядь, надо вот эту хуйню вставлять. Сука. А, блядь, может его ноутбук ставить, подожди. Блять. Куда-то можно засунуть-то, можно я куда-то. Не, флешка не хочет взаимодействовать. Значит, где-то должен быть КД, код, блять. Где он может быть, пацаны? Как вы думаете? Ага. Тут открыть, пусть освещение будет. Блять, где ж кот? Во, сука. Не, ну... Блять, когда вон-нибудь хуйня работает. Ну флешку же, блять, можно сунуть-то. Нету тут нихуя. Флешечка. Он не хочет ее вставлять, братики. Он не хочет ее засовывать, сука. Пиздец, блядь. Она и вот эти бумаги не взаимодействует. А что делать тогда? Да вот дырка какая-то, но, блядь, туда не залазить. Тут только мусор. Блядь, шукать теперь эту хуйню. Так, не сдаваться. Да не, это понятно, а где это, блядь, херобору-то найти? Телефон не взаимодействует. Не Nokia это, блядь. Иди нахуй. Ну вот флешку точно надо куда-то сунуть, блядь. Но он ее не втыкает, нихуя. Хуёво, значит, за что брушил ящики. Точно. Все нахуй выкину сейчас отсюда. Закрыть на. Иди сюда. Что такое, блин? Вот в этих ящиках тоже нет ничего. Блять. Вот тебе и раз. Где-то банально, где-то рядом, пацаны. Ну где, блять? Ой, блядь, не успел начать игру, она уже мне сложная, кажется. Нахуй ты кисточку, блядь.
Вот эту хуйню надо как-то взять, пацаны, понимаешь? Она не берется. Потому что туда наверняка можно пролезть. Но здесь же есть код. По идее. А код... Найди, я не знаю, где можно найти код, блядь. Дайте мне код, сука, пидорасы. Уроды. Сука. Не дает они код мне. Блядь, вот точно что-то в этом блокноте, блядь, блядь. Два бол. А с 4 нуля уебать. Да. Доктор Мунши, вы меня слышите? Эй! Ладно, мне нужен код. И где я его возьму, блядь? Тут-то нету. А может 56, там же на блокноте 56 было. Не? А, подожди, блядь, точно, сейчас. Я попробую. О, нихуя. Да ты чё? А, нихуя себе, да? Я допёр, блядь. А, не открывается. Тоже закрыто. Тоже закрыто. Тоже закрыто. Тоже. Блять, фонаря нету, сука. Хуёво, блять. О. Нормально. Эй, блять, чё? Ну и шо, в компьютер залезть нельзя, типа? Блять, и задача-то не написано, что делать. Эй, чё? Тоже не взаимодействует. Может, нахуй надо выключить что-то, не? Тебя не надо выключить? Нет? Бля, нихуя непонятно вообще. Ты, я вообще не вдупляю, пацаны. А, вот, ёпта. Сейчас, стоп. Ну-ка. Что это такое? Ой, флешечка. Стоп. Да откройся ты. Не хочешь её вставлять, да? Иди даже сюда. Что такое? Обворовывай, ёпта. Нихуя тут нету. Это, блядь. Мышка, блядь, беспроводная, сука. Может, уебать надо, блядь. По монитору, нахуй. А, во. А, ну он нихуя, видишь, с этим не делает. Блять, а что тут? А-а-а.
О, нихуя себе, нормально. Слышал, как вы зашли. Саймон Джаред, так? Доктор Мунши? Пока что просто мистер Мунши, но я работаю над этим. И сегодня вы мне в этом поможете. Это часть вашей диссертации? Да, совместное исследование. Мое и моего коллеги Пола Берга. Мы хотим создать неинвазивный метод реконструкции мозга, чтобы помочь таким, как вы. Кстати, вы выпили маркер? Да, выпил. Отлично. Начнем, как вы будете готовы. Сейчас, подожди. Мне надо подумать, готов ли я. Что именно вы хотите сделать? Я просканирую ваш мозг. Потом мы создадим его компьютерную модель и будем атаковать ее различными раздражителями. Программа поможет нам разрабатывать все новые алгоритмы лечения до тех пор, пока мы не достигнем оптимального. В общем, мы создадим идеальную терапию для вашего случая. То есть это не просто исследование, это правда мне поможет? Я надеюсь. Иначе мы потратим кучу времени впустую. Вы в курсе, что у меня серьезный случай, да? Слышали про аварию, что жить осталось несколько месяцев? Да, слышал. Вам, наверное, тяжело с этим жить. А все дело в том, что ваш мозг ослаб настолько, что кровотечение может начаться в любой момент. И если оно будет серьезным, мне конец. Вряд ли мы сможем восстановить ваш мозг полностью, но наверняка сумеем превратить эти месяцы в годы, а то и десятилетия. Если вы будете вести себя осмотрительно, то, возможно, еще и нас переживете. Еще более. Очень на это надеюсь. И я. Это может стать огромным прорывом в лечении травм мозга. Ну, что скажете? Приступим? Да, давайте начнем. Садитесь. Давай ты, я после тебя. Нету почитать ничего, я люблю читать. Да, похуй. Давайте сразу разберемся с формальностями. Вы Саймон Джаред, правильно? Да. Торонто, Канада, Дэвид Мунши. Родились 16 июля 88-го? Да. Плоская нейрограмма, версия 6. Отлично, все в порядке. Это больно? Это просто сканирование. Все равно, что сфотографироваться. Индейцы считали, что фотокамеры крадут души. Да? Будем надеяться, что они ошибались. Готовы? Скажите, сыр? И чё? Что случилось? Мистер Мунши? Нихуя себе, не понял. А как фонарь включать? Есть фонарь-то хоть? Что-то пошло не так? Нихуя себе, сказал я себе. Был в городе, блядь. Появился он в бункере, блядь, или корабле, что это такое. Короче, да, продолжим. Я же не должен, волна... Продолжим следующую серию, пацаны.